блядь, не тот. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал. И, как говорится, многие ждали, многие наверняка не ждали. В общем, сегодня, друзья, у нас видосик по Барвихе. Напомню, на всякий случай, в двух словах, что же это такое. Это GTA, в которую можно играть на Android-девайсе, и все это в онлайне, и все это в любом месте, где есть интернет. Все это с замененными тачками, с русским городом. Ну, в общем, как бы всеми знакомая ситуация, только теперь уже... Это все доступно на Android-девайсе. Короче, ситуация следующая, друзья. У меня тут накопились деньжата, и я думаю, наконец-таки, съездить в автосалон и попробовать прикупить себе машину. Потому что ездить на арендованные копейки, тратить 5000 рублей каждый раз, дело такое. Поэтому, собственно, что я делаю? Я уже немножечко придрочился. Согласен, поначалу мне было непривычно, учитывая, что я особо в мобильные игры не играю. И как бы тем более воспринимать GTA на мобиле, ну, действительно, нелегко. Но... Прошло время, и как бы уже какой-то скилл есть. Так, GPS я ввел. Ага, 700 метров. Ну, недалеко, в принципе. Короче, сейчас съездим, купим машину. По идее, я думаю, что вот у меня 242 тысячи есть. Я рассчитываю, что жига стоит тысяч, может быть, 70. Я специально не ездил в автосалон до этого, чтобы сейчас вообще посмотреть, что за тачки есть. И плюс ко всему, так как есть здесь тюнинг, я думаю, что... Спасибо большое. Спасибо. Ну, конечно, на Ягуаре все можно. Я тут на копейке. Меня просто снесли, чтобы ты понимал. Я просто отлетел. А, это не Ягуар, кстати, это, по-моему, Феррари. Я не успел разглядеть. А, еще я, кстати, вот сейчас мы с Домиником тут немножечко рассуждали. Я не очень... Единственная разница, вы знаете, вот, ну, по графону, ладно. Понятное дело, что тут немножечко все сжато на фоне, если сравнивать с компом. Меня интересует следующее. А почему... Нихуя себе, подожди. Чувака Тесла с неоном, который разными цветами... Короче, представь Tesla Cybertruck с неоновой подсветкой, которая всеми цветами бегает, и еще и в виниле. Ой, у меня микрофон включен был опять. Это реально... Вот единственное, где я лажаю, пацаны, вот если вы меня встретите, я, кстати, на 4-м серваке играю, вы можете какие-нибудь, знаете, это инсайды услышать, потому что у меня реально есть проблема. Я могу случайно задеть, я не привык, что она здесь находится. Ну, как бы не сказать, что неудобно, просто вот, ну, непривычно для меня. Я, короче, могу в последний момент понять, что у меня микрофон включен, мы там с Домиником что-нибудь общаемся. Такое бывало несколько раз уже. Так, вот автосалон Волков Автоцентр. Неплохое название, хорошо. Сейчас момент истины, потому что я вполне себе допускаю того момента, что я, может быть, не до конца прочувствовал экономику и рассчитываю, что тачка должна стоить типа 50-100 тысяч, она будет стоить дороже, и это будет немножечко неприятная ситуация. Так, ух, нихуя себе. Чтоб ты понимал, сразу в шоуруме у меня тут Кёнигсег, гелик новый. Это что такое? Ух ты, Ягуар заряженный, это, по-моему, XE или XFR, XE. XE. А, так я не договорил. Мы, короче, рассуждали. Единственное различие, помимо того, что немножечко скукоженный графон, это еще тачки не бьются. Я вот не знаю, ты думаешь, это много ресурсов, типа, жрало бы? Или, типа, рассинхрон был бы? Почему вот как вот это вот непонятно? Мне кажется, что не проблема же. Там в GTA San Andreas в оригинале не такие уж и прям жесткие повреждения. Так, у нас есть 4 класса. Кстати, автосалонов 2. Есть еще в Мурино, ну, не тот, который вот здесь, если мы сейчас выйдем на кат, а который здесь, потому что здесь города тоже как бы прототипы. И, соответственно, вот куда мы сейчас приехали. Так, мотоцикл. Давай чекнем мотоцикл. Мотоцикл, по идее, Вятка. 15 тысяч. Нормально, тема. Восход. Уже Сатен. Ой, если Восход стоит Сатен, то я боюсь, что я сегодня Жигу не куплю. Ну, еще посмотрим. Кавасаки KX450F. Ага. Так, это... Ух, нифига. Джиксер уже полторашечку стоит. Но это пока я не потяну. Кафе Рейсер есть за полтора. Ух ты, чоппер со скидоном. Смотри, 1 800 000 перечеркнуто, 1 350 000 сейчас нынешняя цена. Мне кажется, надо брать, но денег нет. Yamaha R1, 2 ляма, снегоход. То есть на нем можно летом типа гонять? Не, я понимаю, что, скорее всего, ну, когда зима здесь, я еще зимой просто не играл на Барвихе, не получалось как-то, не было Android-девайса, скажем так. Видимо, здесь зима наступает как бы, зимний мод включается. Ну, как бы летом хуй знает, сомнительное удовольствие. 3 200 стоит Kawasaki Ninja, это, я так понимаю, H2R? Ага,
Все, это все, что есть из мотиков. Хорошо, так, подожди. Не, мотики это, конечно, хорошо, но я хочу тачку. Я реально заебался по 5000 каждый раз. Ну, просто на скутер ездить, как бы, понятно, дешевле, но уже подзаебало в самом начале, а копейка нормальная. Так, тачки, эконом. А, ну, тут классика 25 тысяч стоит. Но я думаю, что как бы от этого варианта я откажусь. АК за 50, ну уже, ладно, меня радует, что такие цены. Так, копейка. Копейку я точно могу позволить 100 тысяч рублей. Мне кажется, это в принципе, хотя я на ней уже заебался ездить в аренде, поэтому что тут еще есть? УАЗ за Сатен, ГАЗ-24 120 тысяч, 130 тысяч Шаха, 99 за 140, семерка уже 150, так, четырка 200, ну такая, она уже на посадке, понимаешь, в самом начале, то есть в салоне ее покупаешь, она уже на посадочке. Так, Газель Бизнес, почему-то у нее морда завышена, я не знаю почему, но что-то, ну это, наверное, здесь просто так отображается, 225 тысяч, нет, таксовать, фу, блядь, грузоперевозками заниматься не хочу. Приора, тоже уже какая-то она опущенная, в смысле, фу, прошу прощения, заниженная, 350 тысяч. И, кстати, сейчас не специально, это не шутка была, я реально говорился. Нет, опущенная, это не про машины точно. Тем более уж точно не про Приора. Приора должна быть посаженная, это настоящая пацанская тачка. Так, Нива Бронто, причем 410. Веста 800. А, слушай, так тут, по-моему, цены. Что тут париться? Тут экономика, в принципе, такая, что она плюс-минус соответствует как в реальной жизни. Потому что Веста у нас сейчас как раз где-то 850 в реале стоит. У вас Патриот 900. Как бы это печально не звучало, в реальной жизни тоже Патриот, блядь, 900 стоит, если не больше. Это все из эконом. Не, я хочу сразу все изучить, надо понять, к чему стремиться, поэтому так. Иномарки, иномарки. Так, Volkswagen Golf, GTI 2, нифига, 300 тысяч. Блядь, я опять микрофон нажимаю случайно. Сука, я не знаю, меня слышно, пока я в салоне или нет. 850-е, вот это уже по-нашему. Старые вольвешники, это круто. Ну, кстати, тест-драйв есть, он, по-моему, без... Ну-ка, попробую. А, 5000 рублей. Подожди, нет, я не готов пока свои бабосики тратить. Я еще должен... Сивик, как у Артема, кстати. А, Артем теперь может посмотреть, он же не знает, сколько, за сколько мы покупали Сивик. Артем, посмотри этот ролик вот на Барвихе. Примерно одинаковая экономика. 600 тысяч стоил Сивик. Ну ладно, ладно, подороже, конечно. М3 E30 за 600 тоже. Меган. Кстати, РС, по-моему. Нормально. А, вот и Nissan Leaf. 700 тысяч. Так, Focus ST. Угу, 750. Лупатый за 800, ну если только музейный, блядь. Если музейный... О, Паджерик, блядь. Кстати, не во всех играх. Вот это респект, что на самом деле они добавили Паджера. Тот самый, вот понимаешь, из 90. Так, Солярис, причем новый. Ну как бы последний кузов за 900. RX-7, ну хоть не RX-8. Уже хорошо, кстати. Следующая должна была быть по логике RX-8, но нет. i30. Ладно, давайте быстренько пролистаем, а то что-то я заострил тут свое внимание. Ну, просто мне интересно, какой автопарк. Я, в принципе, эти все машины видел у других игроков. А камрюха-то, между прочим, 40-ушка стоит 1 200 000, 3,5. Ну, потому что, бля... О, кстати, есть даже чирик... Ох ты, да нафига. 1 200 000 это за чирик. Так, это Купер, RS2. Ну, такой, кстати, весьма, знаешь, нескудный набор. Как бы я могу сказать, что очень разносторонние машины. Опять по акции. Вранглер по акции за 975. Эвик, Кабан за полтораху. Октавия. Подожди, это не... Подожди, новая Октавия. А восьмая она или какая? А восьмая? Вот тут опечаточка, опечаточка. Так, друзья, ну давайте напоследок уже глянем премиум тачки, просто чтобы вообще понимание иметь. Кстати говоря, C63, между прочим, сразу купешная, только какие-то чересчур большие катки. 3 800 000. Так, Вита. Гелик 65, S5, E63 212, Z4, X5M, Dodge Ram, нихуя себе у него катки, тоже по акции, я не понимаю, эти внедорожники по акции, что ли, сегодня, я не понимаю. 718 Boxster, TTRS, кстати, новый, ну, последний кузов, Macan, C63, Titan, ну, такой, тоже по акции, я говорю, все реально какие-то внедорожные, а, вот, это XE, да, был заряженный, Jaguar, A7, Charger, RCF, M6, ну, кстати, Model S. Довольно много тачек премиуме, мне кажется, больше всего. CTS-V по акции, Escalade по акции, GT500, так, Range Rover автобиография. M4 новая. Новый G-кузов, нихуя себе. LX570, M5F90 дорестовая, так, E63, X5 в последнем кузове. Carrera S, R8, слушай, ну прям вообще дохуище, я бы сказал, машин. Гелик. Кстати, вот АМГ-ГТ по акции, Уракан Перфоманте, 812 Суперфаст, АМГ-ГТ-63С, Фантом, тоже со скидосом, 223-й, чего, 14 лямов, ничего себе, Портофино, Феррари,
Вантаж, так, Майбах, Урус, двадцатку уже стоит, так, Кадиллак, лимузин. Такое, блядь, 25 он изначально стоит. Макларен P1, Кёнигсег Ригьера 45, Широн 50. И это еще не все. Зенво автомат. Ну это вообще Зенво, блядь, зачем оно? Нет, нет. Только если тогда уж Широн. Короче, Зенво и Широн — это самые дорогие тачки. Ладно, это все не для меня, это все, конечно, здорово. Мне нужна Жига. Это все не для меня. Мне нужна Жига, поэтому отечественный обратно выбираю. Выбираю, короче, Шаху. Я думаю, что это мой вариант. Как раз бабоса хватает, и еще и на тюнинг сейчас хватит. Так, купить. Далее. Все. Так, ага, вы успешно приобрели транспортное средство. Используйте CARS для управления авто. Каждое транспортное средство облагается налогами. Оплатить их вы можете в банке или банкомате. Так, ага. А, нифига, если я не оплачу налог, еще могу потерять часть собственности. Нифигеть. По области курсируют экипажи полиции с эвакуаторами. В случае парковки, так, это понятно. Каждый игрок может иметь от двух транспортов. Это все ладненько. Так, короче, CARS команд. Все, меня интересует тюнинг. Я хочу сейчас сразу прокачать свою Жигу, потому что... Так, она здесь не появилась. Мне нужно через CARS ее как-то вызывать, что ли? CARS. Я вот этот момент-то не знаю. У меня как бы тачек не было. CARS. Так, не загружено. Выбрать. О, фига. Так, ну, по крайней мере, он появился здесь рядышком, а так я не знаю. Так, он закрыт. Это получается, если аренда лог, то... R-лог, то здесь, наверное, лог, правильно? Так, все, отлично. Открыл. Точно так же быстренько закрыл. Хорошо. Так, все, теперь мне нужно найти тюнинг, потому что я там тоже, естественно, не бывал, тачки-то у меня не было. Ввожу GPS, GPS, так, где это может быть? А, автосалоны и автосервисы, наверное, так, авиапокрасочная, авиасалон, я только сейчас увидел. Так, авторынок, детейлинг-центр, чип-тюнинг. Ну, я даже не знаю, чем отличается детейлинг. Кстати, судя по всему, в другом городе все это находится, наверное, в Мурино. Так, ну, наверное, мы... Так, а чип-тюнинг у нас ближе всего. Это где на карте находится? О, чип-тюнинг в этом городе. Так, хорошо, погнали. Собственно говоря, предлагаю держать путь именно в чип-тюнинг. Я так понимаю, что это уже доработки по технической части, чтобы машина как бы пободрее ехала. Но в целом... Ну, кстати, я не знаю, разница большая ли между копейкой, шестеркой и семеркой. Мне кажется, что... Ну, есть, наверное, какая-то минимальная. А в целом они плюс-минус одинаковые. Так, а как нам туда попасть, на ту сторону? На ту сторону. А, вот тут дорога есть, все отлично. Фига, вертолет, блядь, что тут делать вертолет? Что происходит вообще? Ой, блядь, я на красный проехал. Пиздец. Не скажу, что мне хватит на полный тюнинг. И сейчас то... О, фига, тут целое такое помещение. Так, прям сюда заезжаю. Ну что? Вполне, кстати, такая прикольная менюшка. Здесь у нас чиповка, двигатель отдельно, тормоза, шины. Это, к примеру, турбонаддув. И, соответственно, это у нас, наверное, трансмиссия. Так оно и есть. Я, получается, могу... А-а-а! Тут прям даже... Тут даже рисуется скорость. Типа, сейчас у меня 160 максималка. Я могу вот чиповкой сделать 170 плюс 10. Но там уже второй уровень мне недоступен. То есть, получается, каждый еще из этих вариантов тюнинга, он еще, получается, на несколько этапов. Фига тут, сколько тормоза? За 850 тысяч там максимально тормоза можно поставить. Друзья, я думаю, что я откажусь от этой затеи, сейчас тюнить ее по технике, потому что, ну, как бы, ну, блядь, какой смысл реально, какой смысл? И поэтому я предлагаю отправляться в детейлинг-центр, и там же, судя по всему, где-то рядышком у нас покрасочная. Так, ага, это получается нам вот туда вот ехать. Все, отправляюсь. Сейчас будет прямое включение, соответственно, уже будем внешне преображать мою шестерочку. Так, друзья, ну что, я медленно, но верно приближаюсь к нужному пункту назначения и могу сказать одно, блин, здесь действительно, на самом деле, интересные есть места на картах, очень живописные, даже вот этот мост, казалось бы, он реально круто смотрится, особенно когда я к нему подъезжал. Ну, типа, вот реально над маппингом я считаю, что они поработали. Помимо того, что похожие места, ну, типа, знакомые там улицы, вот это все, то, что русский город, даже города, еще и, как бы, действительно есть интересные всякие локации. Кстати, я так и не сказал, ну, просто мало ли кто-то еще может быть не в курсе, что, друзья, играю на четвертом сервере. Нет, про это я сказал, я не сказал про свой ник. Алик Булочкин, вот, он сейчас на экране, на всякий случай. И, кстати, не забывайте еще про промокод. Хэштег Булкин, он даст вам на старте 120 тысяч, что, в принципе, неплохо. Так что уже Жигу... Блять,
Я уебался. Подожди, я правильно хоть еду-то, блядь, или нет? Да-да-да, тут такая горничная, хотел сказать, гористая местность. Подожди, стоп, направо. А, нет, все правильно, правильно. Я просто в этих краях вообще еще не был. Не знаю, как тут сейчас, блядь, у меня голод еще ебучий, надо сейчас покушать где-то будет. Ну, 107 тысяч, в принципе, чисто в теории. Не, блядь, надо было, короче, жигу по технике качать, а не внешку и делать, потому что это пиздец. Ну, для начала, не, неплохо. Так, вот это тоннель, я же надеюсь, я просто на карте взглянул. Это, блядь, ебать, ебаный. Все, пизда, нет, тихо, нормально, живой, все нормально. Да, это тоннель. Интересная просто такая отметочка. Я сначала испугался, думал, как туда вообще попасть. А вообще интересно, почему они именно сюда поместили? Ну, с другой стороны, понятно, чтобы больше, как бы, райончиков было задействовано, как бы, чтобы не пустовала местность. Но местонахождение не самое близкое, так скажем. Так, ну что, я подъезжаю. Ух ты, автомастер. 3D-развал, автомойка, шиномонтаж, тюнинг. Так, ну, естественно, я заезжаю на тюнинг. Это что такое? Это детейлинг-центр. Так, бибик. Ух, ёпнуться не встать. Доминик, я понимаю, что, скорее всего, сейчас будет на камере не фокус, но посмотри, это же тема. Прям реально. Так, передний бампер, ну-ка. Ух ты, без бампера пятнашка. Нихуя себе, блин. Без бампера пятнашка, что так сразу? От тройки даже. То есть, получается, смотри, на жигу варианты переднего бампера. Раз, это сток. Два, без бампера. Третий, черный бампер. Четвертое, бампер от тройки. Все, 4 варианта, неплохо. Так, ладно, задний бампер, я просто еще не знаю, как я хочу. Без бампера пятнашка, то же самое. А, ну можно в тройку его превратить, чисто в теории. Я снимаю нахуй задние бампера. А, подожди, нет, стоп, расширение. Ну-ка, фендеры черные. Ебать. Вот это стилек. Фендеры цветные можно сделать. Ну, кстати, в цвет кузова, не знаю. Расширение, так, это... Ага, серые... А, в смысле? А-а-а. Без поворотника. Фига, моднява, слушай, за пятерку. Не, кстати, реально по всяким... Ну, вот тут только доктейл, я думал, что лавочка будет в виде, как, ну, как бы в спойлерах. Так, выхлоп, банка, все, вот это первое, что покупать. Два царик. Да, конечно. Комплект, так, сзади бампер снимаю сразу. Вообще, все, пушечка. Блядь, денег сейчас не останется. Так, все, куплен. Выхлоп, так, решетка. Задние фонари даже можно поменять. Решетку хром. Сплошная, кастомная. Ух. Бля, не, жалко пока, подожди, денег. Задние, ну-ка, задние фонари. От тройки, реально ее можно в тройку тонированную. О, тонированную, сколько стоит она? Сколько? Тонировать 17500, бля, я даже не знаю. На самом деле Ну, в принципе, я думаю, что можно. Так, подожди, а далее это что? А, типа вот в таком плане, все, я понял. Подожди, где? А, так тут еще дохуя всего, блядь. Подожди. Ну-ка, далее. Передние фары, ну-ка. Желтые, нихуя диодные. Ангельские глазки даже есть. Накладки на фары. Нифига. Слушай, ну вариантов реально много. Я думал, что поменьше. О, вот эту хуйню поставлю. Диффузор спереди. Так, прочее. Что тут у нас? Багажник на крыше? Нет, это уже какая-то решетка на заднее стекло. О, это вот эта хуйня? Я хочу ее. Так, далее. Бля, что-то у меня по бабосам. Задний бампер. Так, подожди, задний бампер я не снял? Я же снимал его. Вы не можете привести стоковую деталь. Так, я его подожди, снял уже. Правильно же? Я правильно все разобрался? Так, подожди, хорошо, если я выйду. Так. Ебать, вот эта пушка без заднего бампера, с огромной банкой сзади и с передним сплиттером. У меня еще с завода как будто разварки были, я хотя сейчас ничего не покупаю. А, нифига, тут у чувака похожая, кстати, тачка, только у него неон какой-то светится еще. Ну, типа, похожая шестерка сделана. Так, подожди, это детейлинг-центр, это что у нас такое получается? Покрасочная, во! Я немножко проебался и раньше времени купил, не выбрал цвет. Слушай, ну, сделано очень, на самом деле, даже классно. Так, красная, желтая. Бля, я даже не знаю, какого цвета сделать. Ну, вообще, на самом деле, белая-то она неплохо смотрится, хоть и банально, но с другой стороны, хочется как-то выделяться. Блин, я не знаю. Может, розовую сделать? Блин, ну такое. Даже, ну-ка, диски можно отдельно красить. И даже, а, нет, стоковые нельзя красить. Ну, это, в принципе, логично. Не-не-не, подожди, ну, ладно, давай. Говорит, надо отремонтировать автомобиль, чтобы там цвет не подделал. А, винилов нет на шестерку. Тонировочка. Это, мне кажется, тут и так говно все. А, она с завода катанная, блядь, я понял. Неон. Сколько? Серьезно?
2,5 миллиона, вот этот радужный Venon, хотя вот это то, что я показывал, радужное, 2,5 миллиона. Не, я как бы хорошо, что не любитель такого, поэтому ладно, покрасим ее в красный. Мне кажется, нормально, 30-ник. В принципе, бабки мои кончились на этом. Все, да? Ну тут целую палитру можно открыть. Не, я в принципе выбрал красный цвет, и как она выглядит? Бля, просто пацанская шестерочка. Реально. В принципе, то, что нужно. Банка есть, заднего бампера нет, решетка на заднем стекле есть, сплиттерочек есть, без номеров, и еще завода как будто разварки. Это не похоже на обычные штампы. Все, пацаны, теперь я как бы реально прокачан. Вот теперь это моя тачка, надо будет ее только поставить на учет. Кстати, тоже этот момент я еще не знаю даже, как тут происходит. Надо будет изучить. Так что как-то так, сегодня изучили, что за машины вообще здесь присутствуют. Плюс я прям... Блять, я опять микрофон включил. Пиздец, как мне отучиться? Надо... Она просто вот, на самом деле, вот минус, если доебываться, вот реально, вот ты нажимаешь, она как бы горит красным, но цвет не сильно меняется, она и так как бы красным подсвечивается, и ты можешь не заметить. Поэтому вот это вот, конечно, моментик такой весьма интересный. В общем, друзья, как-то так. Огромное спасибо всем за просмотр. Все ссылочки на Барвиху я оставлю в описании. Присоединяйтесь. Удобно, что можно теперь играть в GTA-шку практически в любом месте. Вот, как бы, хоть где, где есть интернет. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставлять ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.